Сегодня в Сочи открылся российский инвестиционный форум. На нем обсудят инструменты наращивания экономического потенциала регионов и их инвестиционные возможности. Участие в работе форума принимает делегация Новгородской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Никитиным. Сейчас на связи с нами специальный корреспондент Юлия Бабич. Здравствуйте, Юлия. Что можете рассказать к этому часу? Коллеги, здравствуйте. Действительно, программа нынешнего форума очень обширная и плотная. За два дня планируется провести порядка 27 мероприятий. Ключевая тема – это поиски новых проектов для развития. Они касаются бизнеса, сферы туризма, образования, здравоохранения. К слову, завтра наша делегация презентует туристический проект, очень масштабный для Новгородской области, под названием «Онег». Однако уже сегодня наша группа тоже включилась в работу, причем весьма активно. В 10:30 прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Вот что глава региона прокомментировал по поводу результатов данной встречи. Мы проговорили с министром, с его заместителями и с Вероникой Витальевной Мининой те темы, где у нас ожидается экономический рост. Это темы, связанные с переработкой, с высокими технологиями, с сельхозпереработкой, с туризмом. Обсудили, насколько мы можем скоординировать свою работу с теми задачами, которые стоят в министерстве, в том числе и в вопросах поддержки бизнеса разными новыми инструментами, лизингом, другими финансовыми историями. И договорились, что за март-апрель мы вот эту всю повестку сведем вместе воедино. Кроме того, в течение сегодняшнего дня Андрей Никитин планирует подписать еще два соглашения, весьма полезных и важных для нашей области. Что это за соглашения, расскажем вам чуть позже.